«Нелегалам быть дешевле». Акцию с таким названием провели таксисты Москвы. Небольшой автопробег по центру Москвы закончился у здания ГИБДД. Там ее участники стали раздавать прохожим желтые ленты и давить лимоны. Автопробег прошел в знак протеста против того, что новый закон о такси, по мнению перевозчиков, не исполняется сотрудниками полиции. Исполнение, к сожалению, в регионах, оно берется... как-то выворачивается наизнанку. Вместо того, чтобы помогать легальным перевозчикам, нас загоняют в дополнительные рамки. Это желтый цвет, это какие-то дополнительные штрафы, это ГЛОНАСС и так далее, и так далее. В ответ каких-то преференций перевозчик не получает. Акция против перекрашивания такси в желтый цвет прошла и в других регионах. Московских перевозчиков поддержали коллеги из нескольких крупных городов России.